Бетти Тэнг Пэй. Ее обаяние было полностью раскрыто во многих ролях, зачастую ролях соблазнительницы. На протяжении 3 месяцев ее имя было романтически связано с Брюсом Ли, как и многое другое в прошлом. Вопрос о том, есть ли правда в какой-либо из этих историй, остается открытым. Впрочем, для любой амбициозной актрисы связь с Брюсом Ли не могла стать помехой.